Продолжаем серию материалов об известных китайских мастерах кисти. Сегодня о себе расскажет Фэн Даджун. Почти 4 десятилетия он рисует тигров. Сейчас мастеру 73 года, и он продолжает творить. Фэн Даджун рассказывает, что поворотным моментом на его творческом пути стало получение высшей награды на Национальной выставке изобразительных искусств в 1984 году. Тогда он вместе с другим художником Сун Юйгуем представил картину «Пробуждение», которая позже вошла в коллекцию Государственного музея изобразительных искусств. Эта картина называется «Ветер на рассвете на фоне заходящей луны». Я написал ее в 2000 году. Здесь изображен тигр в лунном свете, который пьет из ручья. Видите этот лунный отблеск у него на спине? Это не белый пигмент. Когда я рисовал, случайно пролил воду, и получился такой эффект. Такое не повторишь. А эта картина «Тростник в белой росе». Помните, в книге песен было, когда начинается сезон белых роз, тростник и травы желтеют, потом приходит иней. Человек, по которому я скучаю, прямо за рекой. На создание этого произведения меня вдохновил тростник, который я увидел в горах. Этот пейзаж был очень гармоничным. Эти тигры прячутся в тростнике, колышет его как ветер. Это такой осенний пейзаж. Тростник я рисовал слегка подсохшими кистями, оставляя немного пустого места рядом. Это мой инновационный подход к традиционной живописи. С древних времен в Китае восхищались тиграми, их считают символом силы и мужества. В конце 90-х я был в парке тигров в Муданцзяне. Тогда я впервые увидел такое большое количество этих животных на природе. Они были совсем не похожи на тех, что я видел раньше в клетках. Тогда я и понял, что для того, чтобы их изображать, нужно уловить их дух и настрой. Что делать, если хочешь превзойти предков? Я бы назвал это обгоном на повороте. Я имею в виду внедрение инноваций в традиционное искусство, постоянное самосовершенствование. Именно таким образом родилась эта техника. Смотрите, это похоже на трещины на льду. Эта картина называется «Пробуждение». На ее создание у нас ушло чуть больше 20 дней. В 80-е годы, когда началась политика реформ и открытости, когда только-только начинался экономический бум, мы рисовали не большие реки, а маленькие северные речушки. Весной мы писали тонкие побеги ив, снег, начавший таять, исходящий с гор. Мы рисовали маленькими точками, похожими на соевые бобы. Это был новый облик, новый способ, которым мы выражали новые смыслы. Поэтому картина и получила название «Пробуждение».